пластик в один пакет, стекло получается вот в другой пакет. Уборка береговой зоны начинается с инструктажа по раздельному сбору мусора. Задача не только привести в порядок территорию, но и отправить большую часть хлама на переработку. На борьбу за чистый берег выходят молодежные организации. Место действия – набережная реки Самары в Кировском районе города. Мусора очень много, потому что здесь люди отдыхают, и здесь очень много мусора, то есть его разнообразие. Тут очень много бутылок, очень много пластика находится. 2017 год объявлен годом экологии. Самое время навести порядок не только в центре, но и на окраине. Те, кому не безразлично состояние окружающей среды, уже не впервые выходят на самарские берега. В рамках экологического проекта «Чистый берег» они уже убрали километры вдоль берегов самарских рек. Мы всегда, в общем-то, с удовольствием выходим вот на такого рода экологические десанты, потому что мы очень хотим, чтобы наш город был очень красивым. Акцию «Чистый город» организовал Департамент городского хозяйства и экологии. Задача – привлечь как можно больше жителей Самары к делу чистоты и порядка. Молодежную инициативу должны поддержать все неравнодушные. Донести до граждан мы, наверное, можем только через, в данном случае, через средства массовой информации, привлечь их к экологической ответственности, к экологическому воспитанию через молодое поколение. За один выход удалось собрать мусора полный кузов КамАЗа и десятки мешков с бутылками. Если так пойдет и дальше, Самара станет по-настоящему чистым городом. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События.